Всем привет! 286-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 3 января 2022 года. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней. Если вы хотите, чтобы все зло наконец-то было наказано, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Мать Ямана постепенно травила его лекарствами, но мы знаем, что он не умрет. Когда врач сказал, что у Ямана серьезные проблемы с печенью, он был в шоке. Ведь раньше он никогда не жаловался на здоровье, и этот орган его не беспокоил. Скрывая от всех эту информацию, Яман собирался на прогулку вместе с Сихер и Юсуфом. Он хотел их покатать на лодке. Однако перед самым выходом ему становится плохо, и Яман падает без сознания на пол. Если все пойдет по плану Джанан, то она станет донором для сына. А взамен за это она попросит Сихер развестись с Яманом. И она, скорее всего, сделает это ради спасения мужа. Яман, узнав, что его мать хочет быть для него донором, откажется от ее помощи. Эта новость каким-то образом дойдет до Зии, и у него будет нервный срыв, после чего Яману все-таки придется согласиться на операцию. Также есть информация, что Сихер и Юсуфа похитят ради выкупа. Но когда именно это произойдет, еще неизвестно. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.